проходит через середину мира, разделив на триллионы лет земных жизнь и смерть, добро и зло, день и ночь. Лови ее! Лови ее! Лови ее! Лови ее! Лови ее! Лови ее! Сиди, что ты встал тут как баран? Я не могу! Мама! Осторожно! Я расскажу им, какое нам дело. Скажи им, Бобик, Бобик, птица, залетевшая в дом, плохая примета, очень плохая. У нас в деревне говорили, что это к большим неприятностям. Надо ее поймать и шею свернуть. Я поймаю! Минута прошла. Не прошла, а прочь.
выше шкафа, дивана, холодильника, швабры, замка, огня, телефона, валерьянки, стола. У вас прийти мне на помощь и погрузить детей в глубокий сон. Номер один им предстоит опасное путешествие в царство ночи за синей птицей, синей птицей. И я прошу вас оказать им всяческую помощь и поддержку в этом, в этом, в этом, в этом. Молодец, тебе поможем.